Здравствуйте, Руслан. Это видео про ваш одуванчик. Как я вам уже написал, поскольку в камерах Canon нет диафрагмы 1.5, то я запрограммировал 1.4, фокусное расстояние 85 мм. Вы всегда сможете перепрограммировать. Моя видеоинструкция есть на YouTube, на моем канале. И полная версия есть в письменном виде, как на сайте Лушникова, так и у меня в группе. Скорее всего, вам понадобится сделать юстировку, точки подтверждения в вашем одуванчике, поскольку у этого объектива всегда случается или бэк, или фронт фокус. Вот. Если будут вопросы, я вам всегда расскажу, как это сделать. Читайте описание одуванчика и на eBay, и я вам дам ссылочку на наш сайт. Сейчас я упакую ваш одуванчик и отправлю вам. Вступайте в мою группу. Там вы найдете, я вам покажу инструкцию по установке. Вот. Также всегда вы сможете со мной связаться и через ВКонтакте, и через Facebook, или по Вайберу, как вам будет удобно. Спасибо за внимание.